Я не сплю. Это ваш новый сценарий, ознакомьтесь. Так, посмотрим. Хлеб, молоко, яйца. О, извините, это мой список продуктов. Вот ваш новый сценарий. Ай, почему? Нельзя отдать просто в руки. Хорошо, сегодня мы снимаем... Господи, помилуй. Ребята, посмотрите, где мы. Мы на кладбище. И я, кажется, обделался. Да не будь пуська, это обычное кладбище. Воспринимай это как прогулка по лесу. А, то есть вот это, по-твоему, нормально? Молодые люди, а куда это мы собрались? Ёб твою мать. Как снимали А4. Так, ребят, обращаюсь к вам. Я поспорил с Владом А4, что смогу набрать 10 тысяч лайков за один день. Иначе он меня уволит, сволочь. Поэтому, ребят, прямо сейчас поставьте лайк и нажмите на эту красную кнопку «Подписаться», чтобы я смог выиграть этот спор. Заранее всем спасибо. Так, ребят, охранник ушел. Можно снимать. Погоди. Проведу обряд очищения от злых духов. Какой еще нахер обряд? Мама. Ну нахер. Задачка на сегодня — найти хоть что-нибудь паранормальное. Да тут кроме могилы ничего нет. Кажется, я вижу, пацаны. Серьезно? Ты доебался до этой куклы? Ты чё, это же кукла, с которой духи играют по ночам. Окей, и что ты собираешься с ней делать? Я бы не хотел оказаться на месте этой куклы. Ребят, я кое-что заметил. Так, ребят, давайте договоримся, что мы здесь больше ничего трогать не будем. Ну да, конечно. Зачем меня слушать? Кстати, а вы знаете какие-нибудь легенды про кладбище? Пугать нас опять будешь? Не, Кобяков, после того раза Влад нас точно больше пугать не будет. Ладно, Влад, что у тебя там? Смотрите, у меня есть фотки настоящих полтергейстов. Да, лучше бы я не спрашивал. Как снимали А4? Ребят, у меня плохие новости. Кажется, мы забыли пакет с едой. Не, все, пацаны, это перебор. Позвоню А4 продакшену, чтобы они нас забирали через 20 часов. Ну как там с деньгами? Ну, странно, нет связи. Ща посмотрим на кладбище с высоты птичьего полета. Ребят, только прошу, будьте аккуратней. Так, ребята, не переживайте, это дрон, все нормально. Чукак полетел? Да. Давай, в самый верх, в самый верх. Охранник, он же может нас спалить. Да, ему лучше не попадаться. Ребят. Ребят, вы меня слышите? Ребят! Твою ж мать. Кажется, это был охранник. Как снимали А4. Предлагаю проверить, кто самый смелый. Сейчас берем и расходимся. Он, кажется, оттуда. Да ты заеб***а! Выключи всю хуйню! Дай посрать нормально! Хоть я и придумал этот челлендж, но знаете, ребята, как-то жутковато. Это что? Вы не видели мою... У меня такое было! Кстати, а где Кобяков? А Кобяков тем временем бежал со всех ног к себе домой, ведь он понял, что кладбище — это не место для развлечений. Конец. И если, ребята, вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был ваш любимый режиссер. Всем спасибо за просмотр, всем пока!